ночи. Только что закончилась несколько минут назад ночная служба в честь царственных страстотерпцев в храме на Крови в Екатеринбурге. И все-таки крестный ход неофициально, но отправился на Ганину яму. Мы видим довольно много людей по набережной Исети. Сейчас проходят в сторону Ганиной ямы, в сторону монастыря. Ну, идти им более 20 километров вообще. Вот нам даже подыгрывают. 2 часа ночи. Вот так живет ночной Екатеринбург. Слава Богу!